Внимание, внимание, дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга. Мы продолжаем онлайн-трансляцию на сайте kartingrf.ru о соревнованиях очередного этапа чемпионата и первенства России по картингу. Сейчас готовится старт первого финального заезда в классе КФ. 9 участников выйдут на стартовую решетку. Дистанция заезда 18 кругов. Что можно сказать по этому классу? Два этапа уже состоялись. В чемпионате России в классе КФ в Усть-Лабинске и в Ростове-на-Дону. Лидером сезона является Иван Носов, город Муром. У него 105 очков в копилке, 105 зачетных баллов. И очень сильно ему уступают ближайшие преследователи. У Сергея Травникова из Санкт-Петербурга 65 очков в активе. На третьей позиции Никита Демченко из Москвы, 62 очка. Итак, внимание, внимание, дамы и господа, мы готовимся к старту первого финального заезда в классе КФ. Первая позиция на стартовой решетке у 43-го номера. 43-й номер – это Даниил Жучков, город Дмитров, представитель команды «Невакар». Рядом с ним на стартовой решетке на второй позиции Сергей Травников, 11-й номер, город Санкт-Петербург. На второй линии стартовой решетки Игорь Кухоткин, 16-й номер, Санкт-Петербург. Рядом с ним на четвертой позиции по 20-м номерам Иван Носов, город Муром. На третьей линии стартовой решетки Андрей Тимофеев из Москвы, стартовый номер 2. Артем Артеменко из Санкт-Петербурга занимает шестую позицию, стартовый номер 17. На следующей линии Андрей Щуров, город Москва, номер 99. Евгений Галкин, еще один представитель столицы, под номером 91, занимает восьмую позицию. Михаил Калинин замыкает пелетон участников заезда, занимает девятую позицию под номером 34. Михаил Калинин, город Санкт-Петербург. Ну что же, заезд длительный, 18 кругов, их надо еще как-то постараться преодолеть и желательно на более высокой выгодной позиции на финише. Поэтому нам остается пожелать удачи и только удачи нашим спортсменам. Еще раз напоминаю вам, это третий этап чемпионата России по картингу в классе КФ. Первый финальный заезд. Внимание! Ну что же, без приключений пройден первый вираж, стартовый вираж. И сейчас мы провожаем на первый круг лидера сезона, лидера заезда, 43-й номер, Даниил Жучков. Вернее, извините, у Даниила пока еще не столь высокая позиция, он занимает по итогам двух предыдущих этапов только четвертую позицию. Немного очков он набрал в личную копилку, поэтому, конечно же, для него удача и успех на рязанском этапе очень многое может изменить. И он может прорваться в тройку сильнейших. Пока у него 42 балла, и совсем немного он уступает Сергею Травникову и Никите Демченко. Пожелаем удачи Даниилу. Пока он лидер, оглядывается, спокойно контролирует действия своих соперников, отправляясь на второй круг заезда. Дамы и господа, на втором круге лидеры: Жучков, Кухоткин, Тимофеев, Травников, Калинин, Галкин, Носов, Артеменко. И с отставанием почти в 3 секунды Щуров. Да, Андрей Щуров, 99-й номер, город Москва, представитель картинг-клуба «Макс Рейсинг». Даниил Жучков, лидер заезда. Кухоткин на второй позиции с отставанием полсекунды. На третьей позиции Тимофеев, на четвертой Травников, на пятой позиции Калинин. Галкин на шестой позиции, Носов на седьмой, Артеменко на восьмой. И пелетон замыкает Андрей Щуров. Отставание Кухоткина от лидера небольшое, поэтому очень многое может измениться в схватке за первую, вторую, третью позиции в этом заезде.
Пожалуйста, крупным планом на ваших мониторах 20 и 91 номер. Это Евгений Галкин, который преследует Ивана Носова, муромского пилота. Ну а лидер у нас прежний, отрывается он от соперников. Вот сейчас он крупным планом на ваших мониторах. Это 43 номер, Даниил Жучков, город Дмитров. 16 номер, Игорь Кухоткин из Санкт-Петербурга. Игорь Кухоткин, город Санкт-Петербург. Он на второй позиции с отставанием 78 сотых секунды от лидера. Наращивает свое преимущество Даниил Жучков. В тройке сильнейших второй номер Андрей Тимофеев из Москвы. Андрей Тимофеев на третьей позиции. Растягивается пелотон участников. Определилась группа лидеров из четырех пилотов. И преследует их пятерка отстающих. Там у них свои работы и свои заботы. Вы смотрите, 99 номер Андрей Чуров сейчас плотно-плотно преследует Евгения Галкина. Ну а четверка лидеров следующим образом выглядит. Жучков, Кухоткин, Тимофеев и Травников. Далее вслед за ними с отставанием почти в 5 секунд Калинин и Носов. Как-то дальше будут разворачиваться события, но пока Кухоткин уступает уже больше секунды лидеру заезда. Игорь Кухоткин на второй позиции. На шестую перемещается, опускается 34 номер Михаил Калинин из Санкт-Петербурга. Почти 2 секунды уступает лидеру Андрей Тимофеев. 1,73. Калинин, я напоминаю вам, на шестой позиции. И 91 номер Евгений Галкин на седьмой. Кстати, на восьмую переместился у нас Андрей Чуров. Так что... я думаю, еще многое. Вот сейчас борьба как раз между Щуровым и Галкиным. Щуров прессингует, практически жесткий прессинг, настоящий такой баскетбольный прессинг устраивает Андрей Щуров, пилот из Москвы. А Даниил Жучков тем временем показывает лучшее время на четвертом круге. 56,98 секунды. За вторую позицию ведется такая же непримиримая схватка. И там, я думаю, очень многое может измениться. И, кстати, Евгений Галкин и Андрей Щуров продолжают дуэль. Кухоткин, Тимофеев. Вторая, третья позиция, соответственно. И лидер заезда Даниил Жучков. Отличное время показывает. 56,98 на четвертом круге. Это, в принципе, весьма и весьма неплохо. 18 кругов, напоминаю вам, необходимо преодолеть спортсменам. Пока Тимофеев уступает лидеру полсекунды. Я думаю, что здесь Жучков, Кухоткин, Тимофеев, Травников, Носов, Калинин, Галкин, Щуров, Артеменко. На позиции замыкающего с отставанием 8,8 секунды от лидера. Это, конечно же... не время, но тем не менее Даниил Жучков вновь показывает лучшее время на круге. Наращивает обороты лидер заезда, представитель команды Невакар Даниил Жучков. За вторую позицию ведут борьбу Кухоткин, Тимофеев и Травников. Отставание Травникова от соперника всего-то навсего 18 сотых секунды. Вот эта тройка преследователей сейчас и будет решать судьбу второго и третьего места в заезде. Самое главное, чтобы Даниил Жучков не ошибся по ходу гонки. На шестом круге у нас участники заезда. И мы провожаем их на седьмой круг. Отставание Кухоткина нарастает. 2,36 секунды от лидера. Тимофеев 2,75 секунды. Травников 3,2 сотых. Даниил Жучков лучшее время на шестом круге. 56,89 секунды. 56,89 секунды. Крупным планом на ваших мониторах лидер заезда Даниил Жучков. 56,89. Ускоряется с каждым кругом лидер заезда. 56,99, 56,96, 56,94. И вот сейчас вновь ускорился на круге лидер заезда Даниил Жучков. На седьмой позиции сейчас пока Галкин, но Щуров с отставанием всего-то навсего в 11 сотых секунды, я думаю, не будет довольствоваться своей позицией. Обязательно пойдет в атаку. Крупным планом второй и 11 номера это Андрей Тимофеев и Сергей Травников. У них своя дуэль, свои разборки. Отставание Кухоткина от лидера 2,5 секунды ровно.
2,5 секунды. Тимофеев отстает на 3,2 секунды. Травников на 3,3. Ну вот я думаю, что сейчас и решается судьба второй и третьей позиции по итогам заезда. Близится у нас экватор. Пока лидеры на восьмом круге. Пухоткин отстает на 2,57 секунды от лидера. Тимофеев занимает третью позицию. Травников четвертую. Пятерку лучших замыкает 20-й номер Иван Носов из города Мурома. Шестая позиция у Калинина. Седьмая у Щурова, который все-таки сумел преодолеть сопротивление 91-го номера Евгения Галкина. И я думаю, что еще не все сказал Андрей Щуров в этом заезде. Представитель картинг-клуба «Макс Рейсинг», город Москва. Мы провожаем лидеров на девятый круг. Почти 3 секунды уже уступает Игорь Кухоткин лидеру заезда. Наращивает свое преимущество, безоговорочное преимущество в этом заезде Даниил Жучков. 3 секунды – это серьезно. И вот, пожалуйста, 2-й и 11-й номера. Это Андрей Тимофеев и Сергей Травников. А лучшее время на восьмом круге, догадайтесь 3 раз, кто показал. Даниил Жучков, 56,88 секунды. 56,88 секунды. Ну и третья позиция, конечно, остается пока под вопросом. Здесь дуэль серьезная. Андрей Тимофеев и Сергей Травников. Комфортно, очень комфортно себя чувствует в гордом одиночестве, возглавляя заезд Даниил Жучков. Отличные времена, хорошая динамика прохождения дистанции. И вы знаете, если так дальше пойдет, то еще более значительно ускорится лидер заезда Даниил Жучков к самому финишу. Это точно. Вот сейчас мы наблюдаем за ним с высоты птичьего полета. Красивое поступательное движение на каждом вираже. Преодолел он шпильку и отправляется в район 4-го поста. Даниил Жучков, город Дмитров, команда «Нивакар». На 9-й позиции у нас 17-й номер Артем Артеменко из Санкт-Петербурга. Уступает он Галкину и Щурову. Ну а в пятерке у нас пока без изменений. Жучков, Кухоткин, Тимофеев, Травников и Носов. 20-й номер Иван Носов замыкает пятерку. Вслед за ними Калинин, Щуров, Галкин и Артеменко. 34-й номер. Михаил Калинин из Санкт-Петербурга на 6-й позиции. Экватор пройден. Мы провожаем лидеров на 11-й круг. Уже почти 4 секунды отставания Игоря Кухоткина от Даниила. А Даниил вновь штампует лучшее время. На 10-м круге 56,87 секунды. 56,87 секунды. Неудержимо рвется к своей победе в первом финальном заезде Даниил Жучков, город Дмитров. Да, друзья мои, борьба за третью позицию. Андрей Тимофеев пропустил вперед Сергея Травникова в этой дуэли. Произошли изменения. На третью позицию прорвался представитель Санкт-Петербурга Сергей Травников. Андрей Тимофеев пока на стадии погони. Тем временем лидер уже на 12-м круге. Катастрофический отрыв от соперников. 3,97 секунды уступает Даниилу Игорь Кухоткин. Травников на 3-й позиции с отставанием 5,36 секунды. Тимофеев на 4-й. Да, 3-е место – это, конечно же, привлекательная позиция, поэтому мы сейчас все-таки уделяем внимание борьбе Калинина и Щурова. Михаил Калинин из Санкт-Петербурга и Андрей Щуров из Москвы ведут борьбу за 6-ю позицию. Я думаю, что здесь еще очень многое может измениться. Времени предостаточно. Спокойно, в прогулочном режиме преодолевает один вираж за другим лидер заезда Даниил Жучков. Калинин, Щуров, Галкин, Артеменко. Да, друзья мои, я думаю, что Андрей Щуров еще способен пойти в атаку и переместиться с 7-й на 6-ю позицию. Отставание Тимофеева 6,12 секунды от лидера. Носов замыкает пятерку сильнейших.
Чуров прорывается на шестую позицию, товарищи. Да-да-да, дорогие друзья, Андрей Чуров, стартовый номер 99, уже на шестой позиции. Калинин уступает ему 11 сотых секунды. На 13-м круге лидеры. Сейчас крупным планом на ваших мониторах был Игорь Кухоткин из Санкт-Петербурга, 16-й номер. Он на второй позиции с отставанием в 4,5 секунды от лидера. 4,46 секунды, если быть точным. Даниил Жучко. А это 99-й номер. Андрей Щуров. Андрей Щуров, стартовый номер 99, прорвавшийся на шестую позицию. А ведь вы помните, на первом круге Щуров был последним, был замыкающим. Неплохой прорыв, неплохой прогресс демонстрирует Андрей Щуров. Его отставание от лидера 16,33 секунды. И вот сейчас красивый ракурс, красивая картинка буквально в лоб на нас. Несся на хорошей скорости Игорь Кухоткин, 16 номер. А это лидер, друзья мои. Спокойно, расслабленно, в прокатном режиме, можно так сказать, преодолевает один вираж за другим лидер заезда Даниил Жучков, 43-й номер. И мы провожаем лидера на 15-й круг. Даниил Жучков вновь показывает лучшее время. Да-да-да, друзья мои, 56,86 секунды. 56,86 секунды – лучшее время на круге, показанное лидером заезда. Шестнадцатый номер, Игорь Кухоткин. Крупным планом на ваших мониторах. Я думаю, что еще очень многое может измениться для идущего на второй позиции Игоря Кухоткина. Но его отставание от лидера почти 5 секунд. 4,95 отставание от лидера. Шестая позиция Калинин. Седьмая Галкин. Восьмая Артеменко. Ну а Щуров, Андрей Щуров уже на пятой позиции, друзья мои. Да-да-да. И пускай отставание пока очень серьезное, более 17 секунд, тем не менее, красивый, фантастический прорыв на пятую позицию продемонстрировал никто иной, как Андрей Щуров. Жучков, Кухоткин, Тимофеев, Носов, Щуров, Калинин, Галкин. 34-й номер, друзья мои, это Михаил Калинин из Санкт-Петербурга. Михаил Калинин на шестой позиции. Ну а Даниил Жучков вновь показывает лучшее время. 56,86 секунды на 15-м круге. Отличную динамику, отличное поступательное движение демонстрирует нам Даниил Жучков. Превосходный заезд, отличная гонка. И вот сейчас мы провожаем лидера заезда на предпоследний 17-й круг. Предпоследний 17-й круг. И здесь безоговорочное лидерство Даниила Жучкова. Вторая позиция сохраняется за Игорем Кухоткиным. Прорвавшийся в пятерку сильнейших Андрей Щуров наращивает обороты. И все-таки Артеменко сделал свой обгон. Артем Артеменко из Санкт-Петербурга, стартовый номер 17, все-таки на одну позицию вырвался вперед, обойдя Галкина. И сейчас Артем Артеменко на седьмой позиции бросается в погоню за Калининым, но его отставание слишком серьезное. Больше 4 секунд. Ну а мы готовимся встречать здесь на скоростном прямике и проводить на финишный круг лидера заезда Даниила Жучкова. Финишный 18-й круг для лидера заезда Даниила Жучкова. Отставание Кухоткина, идущего вторым, уже более 6 секунд. Почти 10 секунд уступает Жучкову, идущий на третьей позиции Андрей Тимофеев. 9,85 секунды. Идущий четвертым Иван Носов, более 17 секунд отставания. А это очень серьезно. Итак, друзья мои, красивый полет
по трассе картодрома «Атрон» в исполнении лидера заезда Даниил Жучков. Мы готовимся встречать его на финише. Вот сейчас он уже находится в районе 6-го поста. И я думаю, что... Па! Это я его спутал, вы представляете, с Кухоткиным. Но мы приветствуем на финише победителя. И вот сейчас добираются до финиша и Кухоткин, и Тимофеев. И наш именинник Владислав Евсенин, судья старта финиша, приветствует пилотов здесь, на финишной черте. Жучков, Кухоткин, Тимофеев, Носов, Чуров, Калинин. И добирается до финиша Артем Артеменко. Итак, дорогие друзья, у нас завершился первый финальный заезд в классе КФ. И сейчас в 12 часов 55 минут по московскому времени, то есть совсем скоро, буквально через 6 минут, нас ожидает старт первого финального заезда в классе КЗ-2. Самые опытные, самые взрослые, самые проверенные бойцы сойдутся в схватке на дистанции 18 кругов. 21 пилот выйдет на стартовую решетку. Зрелище ожидается шикарное, я вас уверяю. Поэтому оставайтесь с нами, следите за онлайн-трансляцией на сайте kartingrf.ru. А пока переведем дух и отдохнем немного перед жаркой схваткой классика Z2.